Вышло обновление в игре «Двери». Появились новые комнаты, новые монстры, магазин, в котором мы можем приобрести полезные предметы, и новый финальный босс, которого вы увидите в этом видео. Ну что ж, вот мы с вами и в главном меню. Готовы изучить новое обновление? Лично я, да, поэтому поехали! Мы с вами можем что-нибудь купить, давайте, ну, наверное, купим витаминки, они мне еще понадобятся, и давайте, наверное, купим отмычку, все. Приехали. Отель. Слушайте, раньше этой надписи сверху не было, ё-моё. Ну, тут вроде бы ничего не изменили. Все по стариночке. Первый ключик подбираем. Сразу же лутаюсь, ибо эти монетки нам с вами еще понадобятся в дальнейшем. И вы гляньте, монетки просто-напросто на столе могут находиться. Раньше такого не было. Открываем нашу первую дверь. Заходим. Пока что чисто, никого нету, даже лутать нечего. Вторая комната. О, а это уже новенькая комната. Я раньше такой не видела. Пустая оказалась у нас тут комната, ничего толком нету. Я все лутаю и прохожу дальше. Ну, первые комнаты, они такие, самые простецкие. Тут, как правило, ничего не происходит, но на всякий случай я внимательно слушаю. Мало ли что-нибудь на нас-то нападет. О, слушайте, а это новая картина? Я раньше ее не видела. Этот шедевр подписан как аллея. Понял, понял. Честно, вот сколько я не играла, вот этого я не помню, но мне что-то кажется, это какая-то старая комната. Да, это, кажется, старая комната, просто она в последнее время мне не выпадала. Вроде бы. А может быть и новая. Пишите в комментарии, если вы видите что-то новенькое. Ибо я, если честно, не особо такой любитель осматривать картины и все такое прочее. Но вот, кстати, вот такой вот комнаты, я не помню, чтобы нужно было где-то помнить. Ползать, чтобы нажать на рубильник. Дверь мы с вами открыли, так что бежим к ней. Восьмая комната. Опять это же самое? Да вы что, прикалываетесь? Две одинаковых комнаты подряд. Все-таки они, походу, новые, потому что раньше такого действительно я не находила. Но, тем не менее, за 100 комнат я не попадалась на такую комнату, где мне нужно пробираться к рубильнику. Ну, во всяком случае, пока что все тихо. Где? Она уже пцыкнула, а я еще не в комнате. То есть, когда я зайду, она сразу же на меня налипнет, эта штука, да? Жесть, дайте-ка я отсюда посмотрю, куда мне идти. Здесь, походу, ничего интересного не будет. Хотя какие-то новые картины есть. Там пустая картина, слушайте, я не помню, чтобы такое было. Давайте просто мы пробежим. По-быстренькому пробежим. О, господи, боже ты мой. Слушайте, вот одно играть в разы страшнее, нежели с кем-то. Когда я с кем-то, мне не так страшно. Картина новая. Белый заяц и снежная буря. Жесть. На картине ничего нет, но ее подписали как снежный заяц и буря. Ё-моё. Или снежная буря и заяц. Не помню. 11-я комната. О, привет, дядь. Эмоциональный человек называется картина. Я бы сказала, безэмоциональный. Картин-то сколько новых, жесть. Ух ты. Ничего себе, я на таких ранних стадиях не натыкалась на эту комнату. Я, конечно, не каждый день играла в эту игру, но тем не менее я на это не натыкалась раньше. О, вы гляньте. А там всегда была эта картина? Честно, я никогда не смотрела. Если тут вообще какая-то картина, зачем ее так высоко повесили? Тем не менее, у нас с вами есть уже ключик от 12-й комнаты. Внимательно слушай. Боже ты мой, ты чё пугаешь, ёшкин ты кот. Вот одной действительно в разы страшнее играть, нежели когда я с кем-то. Это, наверное, потому что, когда я с кем-то, мы постоянно говорим, и все вот эти вот скримеры не работают. Еще плюс одна отмычка. Или погодите, 3 максимум. Я что-то не помню, а сколько я купила? Я, кажется, 3 купила. О, золото, неплохо таки. 120, мы уже с вами монеток нашли. Комната, ага. Пустая, по всей видимости, нам наверх, значит. Да, наверх, 14-я комната. Окейушки, пока что все тихо, собираем монетки. Монетки это святое, на них мы с вами сможем что-нибудь купить. Да-да. Вот я помню, недавно проходила вот эту вот игру. О, паучок, а что мне с паучком делать, чтобы он мне не дамажил? Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете, что делать с этим пауком. Ибо вот как бы я его вижу, и что, мне надо резко отойти, что ли? Сразу же пластырь дали, спасибо. Слушайте, а погодите, 14-е? 14. А, я поняла, в чем прикол. Это двери какие-то обманки, смотрите. А я туда же могу, наверное, пойти, мне кажется. Мне кажется, да. Это, наверное, для невнимательных. Какой-то там скример придумали, а возможно и нет. Честно, хочу пойти проверить, но смотрите, в чем прикол. Это у нас 14-я комната, следующая у нас 15-я. По идее, нам сюда. Ну, давайте попробуем вначале сюда. Потому что по логике нам сюда и надо. Летит. Штука. Все, я сижу в шкафу. Опа,
пролетел. Ё-моё, теперь темнота, ёшкин ты кот, ничего не вижу. Мне сюда? Узкий проходик какой-то, ничего себе, раньше такого тоже не было. Слушайте, комнат-то сколько добавили, трэш, молодцы, хвалю. Обновление пилят, это хорошо, но, честно, я хочу продолжение сотой комнаты. Я хочу в 101-ю, 102-ю пойти, именно от официального разработчика. Так, это 17-й у нас, 16-я, понял. А смотрите, как много этих обманочек, давайте попробуем пойти в 16-ю, что будет там? Ага, ничего себе, получили достижение. Короче, теперь, ребята, есть обманочка. То есть мы с вами в 16-ю комнату заходим. И тут есть два варианта. Либо пойти еще раз в 16-ю, либо уже в 17-ю. На скример мы с вами посмотрели. Так что больше я не буду ошибаться и ходить не в ту комнату. Но чисто для того, чтобы узнать, а что же будет. Я туда разочек зашла, теперь будем знать. Так, 18-я комната, окейушки, что у нас тут? Пусто, пусто, ничего вообще нету, 19-я. Надо теперь внимательно следить за нумерованием комнат, ибо тут будут поджидать нас скримеры, которые неплохо таки нас дамажат. У меня, конечно, есть таблеточки, но я думаю, пока что не нужно их юзать, еще слишком рано. 20-я, ё-моё, что там так темно? А не, не темно, нормально. 20-я, ага, вот это вот обманочка, а это уже 21-я. Нужно быть теперь повнимательнее, ёшкин ты кот, игру-то усложнили, молодцы. 22-я. Понял, значит, нам сюда. Чё за звук? А чё за звук? Чего? Офигеть, он теперь на таких маленьких комнатах бегает? Так, погодите, мне сейчас надо перебежать. Чё, он пролетит? Раз, два... Он ушел? Трышня, офигеть, раньше он только был перед сотой комнаты, а теперь он даже на таких мелких, как 20-е? Ничего себе, как сложно-то стало. О, свечка. Вы гляньте, какую-то свечу добавили. Круто. Что-то новенькое, это хорошо. Кто стучит? 26-я, 25-я. Это 25-я была? Да, 4-я. 26, смотрите, 25. Ну, по логике, мы не можем в 26-ю пойти. Там должен быть скример, значит, нам в 25-ю. Ага, правильно. Следите внимательно теперь за комнатами, в которые вы идете. Ибо обманочка может вас прилично таки надамажить. Ого, глазик, привет, глазик. Ну, на него просто не смотреть, в принципе, это легко. Тут ничего нету, все, понял. Я на тебя не смотрю, не смотрю, не смотрю, не смотрю, не смотрю. Не смотрю. О, еще одна новая комната с коробками, ё-моё. Ёлки-палки. 28-я. А в коробках ничего, да? Их никак не... Угу, понял. Коробки пустые. 28-я. Пусто. Идем дальше. Пустая комната. Давайте затестим свечу. Свеча есть. Смотрите. Так, идем. Потухло. Офигеть, она что, тухнет, когда эта штуковина появляется? А, погодите. Мне нужно было туда. Не страшно. Трешня. Слушайте, свечку прикольную придумали, она тухнет, когда монстрик рядом. А это что такое? Этот шедевр подписан как Deepens или Deepness. Ну я, короче, плохо английский знаю. Вот, прочитайте, если хотите. Сейчас полетит. Летит, мы в шкаф и ждем, пока он улетит обратно. Бежим, 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 бежим. Свечку тратить не хочу, мне страшно. Погодите, псыкнула. Новая комната. Знаете, вот эти вот свечи, вы посмотрите, вот там вот вдали, как глаза какие-то выглядят, поэтому не особо приятно. О, котик! Стрей! Офигеть, смотрите, тут отсылка на игру Стрей. Игра, кстати, офигенная, мне понравилась. Если что, на втором канале я играла в нее, можете посмотреть, если интересно. Куча новых картин, что это такое? Монотамп. И аллея. Такое ощущение, будто бы тут кто-то ходит. Мне не по себе. Часы тикают, они раньше не тикали. Опа, деньги, чуть не пропустила. 33-я комната, отличненько. Сейчас опять, наверное, будет обманочка с этими дверями. А нет, обманки нету, только один вариант, куда идти. Подбираем, значит, монетки. Монетки нам еще пригодятся. Все, тут подобрали, подобрали. Тут что-нибудь еще есть? Тут ничего нету. Ага, вот тут вот столик у нас. Смотрим. Опачки, похилились. 34. Ну, вроде тихо, вроде тихо. Опа, сколько золота там мы с вами нашли, неплохо. 35-я комната. Так, это сейчас штука полетит. Вроде не летит. Пока что спокойно, 36. Вот оно мигает, мне постоянно страшно то, что штука сейчас полетит, а она не летит. Вроде бы да. Все, тихо, все хорошо. Отмычки. 3 из 3, жесть. А зачем я их покупала? Капец, знаете, как обидно в такие ситуации? Так, погодите, опять обманка с дверьми. Замазалась, прикиньте. Офигеть, оно еще и мажется. Жесть, а какая дверь-то была? 38, либо 37, погодите. А я не помню, наверное, 38-я.
Твою кукурузину, не 38-я. Офигеть, что они придумывают, ребята. Они тупо замазали, вы гляньте. Усложнили, то есть до этого можно было бы посмотреть, а теперь посмотреть нет, не выйдет. Офигеть. Молодцы, окей, давайте съедим таблеточки. А то, что хп у нас как-то мало. Погодите, таблетки не хилят, таблетки чисто ускоряют нас. А я забыла. Новое превращение, смотрите. Ничего себе несется. Ну, слушайте, я еще таблеточек бахнула, я теперь быстрая. Неплохо, неплохо, сюда, вижу. Оно, кстати, теперь не так явно подсвечивается, как раньше, потому что раньше оно как-то вот прям светило и было ясно и четко понятно, куда нам. А теперь как-то не особо понятно, и что-то как-то я под наклоном бегу, мне непривычно. Ничего себе, мы его перегнали. Жесть! Круто. Смотрите, тут нужен ключ. В принципе, у нас есть отмычка. О, мы сейчас что-то тут найдем. Капец, знаете, как мне обидно? Я купила таблетки, а я забыла то, что они для скорости, а не для хила. О, таблетки пополнила. Неплохо. Ключи у нас есть. Запоминаем комнату 44-я. Ибо тут кучу обманок. 44-45, окей. Я все помню. Я все помню, все отлично. Подбираем монетки. Пластырь. Неплохо. Раньше в разы реже я встречала все эти пластыри и все такое прочее. 46. Темная комната. Берем свечку. А куда нам? Я что-то не запомнила. Нам сюда? А не сюда. Пока свечка горит, все окей. Опа, отлично. Трэш-то что? Опять эта штука? Я, походу, поняла, это комната, он туда-сюда летает, но рано или поздно он уйдет. У меня очень мало хп, это плохо, потому что отхилить я их никак не могу. Надо максимально аккуратно играть. Я надеюсь, я каким-нибудь образом похилюсь. Это что? Это новая комната перед 50-й? Ого! А тут меня похилить не хотят? Немножко хотя бы. А то у меня здоровья вообще нету, ребята. Есть пластырь, но он очень мало восстановил мне. У меня даже 50% нету. Ладно, идем в 50-ю комнату. Ого! У него анимация новая. Смотрите, он побежал, как из Наруто. Тихо, присядем. А что там светится? Это он так светится? Погодите, а у него какая-то новая анимация, что ли? Слушайте, книги подсвечиваются теперь. Тут, походу, все теперь подсвечивается. А-а-а! Они какой-то звук издают, чтобы мы не пропустили их. Так, а как он ходит? У него маршрут поменялся? Слушайте, ребята, ему маршрут поменяли. А как он ходит-то теперь? А как мне понять, как он ходит? Зона безопасности? У него маршрут теперь другой, понял. Он теперь обходит там. Окей, а сейчас он куда пойдет? Потому что если он пойдет сейчас вот сюда... А нет, он возвращается, окей. Значит, быстренько. Он, по идее, не должен меня увидеть. У него теперь два маршрута, походу. Наверное. Мне немного страшно, потому что я не знаю его маршрут. Я не хочу, чтобы он меня схватил. Хорошо, что книги теперь у нас с вами подсвечиваются, и мы можем понять, куда нам надо, пока он сверху. Давайте-ка быстренько мы тут сейчас пробежим. Опа. Одна есть. Где ты там, дядь, ходишь, ёшкин ты кот? О, монетка. Так, куда он пойдет? Всего 4 нашли. А нет, всего 5 нашли. Еще 3, по идее. Нам еще наверх надо будет там поискать. О, он и сюда ходит, зырьте. А он сюда всегда заходит на чуть-чуть, понял. И обратно идет. Нам нужно быстренько сползать за запиской. Сейчас он, по идее, должен пойти сюда. Все, теперь нам осталось подняться туда наверх. Пока он тут будет бегать, мы сейчас быстренько это сделаем. Мне нужно блокнотик мой подготовить, куда я буду записывать. Пароль. Дядь, ты чё тут крутишься? Дядь, ты ж сюда не ходил! Дядь, ты чё? Он будто чувствует меня. Ты ж не ходил сюда раньше, жесть. Теперь я даже не знаю, где мне можно прятаться сверху. Так, я заранее, где мой блокнотик? Все, блокнотик у меня. Так, надо посмотреть, где он там ходит, чтобы знать безопасную зону. Он будто бы сюда идет. Да он сюда идет. Я надеюсь, тут безопасная зона. А смотрите, книги уже подсвечиваются. Подбираем. Отлично. Еще пару книг. С той стороны должно быть. Сейчас подождем, пока он уйдет. Я надеюсь, сюда он не зайдет. Вроде как он уходит. Быстро-быстро прибегаем. Так, но он вроде как ушел. Мне стрёмно, что он может меня тут словить. Лишь бы он меня тут не словил! Мне идти-то некуда! Так, ходит. Может, он сюда даже не заходит. Уходи. Тихо. Жесть, все, вводим. 1, 3, 8, 0, 2, 1. Все. Ух, мы прошли, ребята. Жесть. 52-я комната. Ничего себе.
Хеллоу, друг. Ничего себе, тут у вас музло качает, ребята. Ну-ка, привет. Другое место Джеффа мне нравится гораздо больше. Хотя здесь все в порядке, хи-хи. Странный перевод. Ты кто? Нажми. Что-то долго нажимается? А, понятно, нас забайтили. А это у нас с вами, ребята, как раз таки магазинчик, в котором мы можем потратить наши денежки. У меня 700 рубликов. Давайте купим. Первое, что это такое? Чаевые. Ну, давайте немножко ему оставим. Купим ключик. Нам сразу же дали достижение, в котором написано: спасибо, приходите еще. Купите товар у Джеффа. Поддержка малого бизнеса. Джефф, ну ты капец. Также есть витаминки, которые у нас есть, и какой-то крест. Для чего пока что крест, без понятия, но кажется, с помощью этого креста можно останавливать штуковину, которая летает, от которой мы прячемся с вами в шкафу. Я просто не знаю, как она называется. Ну и давайте оставим ему побольше в копилочку. А вы смотрите, копилка-то пополняется. Мне кажется, если мы ее полностью заполним, нам что-то дадут. Да, нам дали с вами достижение. Поступить в колледж. Наполните банку Джеффа для чаевых. Дали достижение за то, что мы наполнили баночку. Это так мило, боже ты мой. Что ты нам еще скажешь, маленький-миленький монстрик? Однажды я пролил свет на Джеффа. Посмотри, как он выглядит. Понимаешь? Эй, чувак, больше никогда. Что-то вот перевод, конечно, у меня такой корявый, что я не понимаю, о чем они говорят. Ну, фразочек ему, кстати, много добавили. Люди называют меня маленьким. Нет, чувак, когда я появился на свет, я был немного меньше. А, ты был еще меньше, чем сейчас? У нас с вами есть какой-то ключик от какой-то двери. 53-я комната у нас. Поехали. Где тут выход? Иду по ковру. Офигеть, это что такое? Это навоз? Не понял, что-то мигает. А, понял, что мигает. Штука эта. Ух, хорошо, что заметила. 4. А я могу туда вернуться? Ну, по идее, могу. Так, ладненько, что-то у нас с вами есть. Быстренько сейчас осмотримся. Вроде бы пусто-пусто. Опа, мне подхилиться, ребята. Было бы славно. Ё-моё, ребята, вы в темноте сидите, вам по кайфу? Чё так темно-то? Я просто думала, может, я где-то пропустила эту комнату с этим ключиком. Но, по всей видимости, не пропустила. 55-я комната. Чё-то всё какое-то поломанное. А чё псыкает-то? Её ж нет нигде штуки этой. Не понял, не понял. 58-я. 55-я была, да? Это была 55-я, либо та. Я забыла, ёшкин ты кот, а у меня хп мало. Окей, какой у нас вариант? У нас вариант между 58 и 57. 57, точно не 58, потому что у нас недавняя комната была 55-я. А значит, до 58-й нам еще далековато. Ё-моё, еще пластырь нашла. Это идеально. Если тут будет еще один, я буду рада. Но я нашла только деньги, что тоже неплохо. 57-я. Это что? За госпиталь? Мне страшно. Что-то новое, необычное. Тут никого нет, что ли? Я думала, сейчас какие-нибудь мертвецы будут вставать, но если это госпиталь. Что, кстати, странно, все-таки мы с вами в отеле. Тумбочек много, но они все пустые. Что дико обидно. О, еще пластырь нашла, хорошо. Я могу спрятаться под кровать. Интересно, от кого? Опа! Это та самая дверь, от которой у нас с вами ключ. Ну, давайте зайдем, откроем. Что за комната? Картина. А, ее мы уже видели. Так, монетки. Кучу денег Ёшкин ты кот. А куда нам столько денег-то? Кустик какой-то. Ну-ка, зажми. Написано. Мое сердце бьется сильнее. Найдите, используйте зеленую траву. А, смотрите, у меня какой-то листик. Походу, этот листик теперь будет меня хилить, ибо у меня восстановилось все хп. 59-я комната, запоминаю. Не, ну слушайте, оно того стоит, ребята. Всегда покупайте этот ключик и идите в ту комнату, ибо у вас будет хилочка. Вот только вопрос, она бесконечная либо нет? Темнота. Понять бы, куда мне? А, я понял. Нет, не понял. А куда мне? Надо рычаг найти, что ли? У меня сейчас свечка помрет. Вниз, так мне свечки не хватит. Кстати, вы заметили, свечка-то у меня уменьшилась. Ладно, я помню. Я не помню, куда бежать. Где рычаг? Вроде бы видно, но еще у меня есть зажигалка. Я вообще ничего не вижу, жесть. О, нашла. Ну-ка, что тут у нас? А где я? А где я и как мне выйти? Я уж потерялась, если честно, по этим потемкам ходить. Так, ладно, давайте наугад идти. Без зажигалки пойдем, а то я что-то вообще... У меня сейчас все закончится. О, привет. Летит, понял, все в шкаф. Выходим. Здравствуйте. Какая это была? Я опять забыла. Ну ладно, у нас с вами хилка 63-я, 64. О, я хотела 63-ю идти. Слушайте, хорошо, что сюда пошла. А может быть, это еще одна обманка и нам не сюда? Свечка. Вау! Еще одна свеча по кайфу. 66. Свеча, гори. Будешь подсказывать мне, когда монстрик нападет. Все, больше ты мне не нужна пока что, спасибо. Я туда не хочу, я еще не все облутала. Так, все, я готова. Готова. Пойдем. Опа. Сейчас полетит, я спрячусь. Летит!
Идем спокойненько, все хорошо, пока что не нападают. 70-е. Неплохо, слушайте, сейчас до 100-й дойдем. 71-е. Запоминаем. Часы-то как громко тикают, жесть, мне страшно. Есть еще что-нибудь из полезного? Опа, ключик. Слушайте, походу... Походу, для всего добавили подсказки и звуковые тоже. Ибо вот я нашла ключик, и такой вот звук появился. Ти-ти-ти-ти-ти. Стойте. А в какую мне? Я опять забыла. 73, 72. Я не помню, в какую. Твою курус, погодите. А на ключе было написано? Где ключ? Я нашла. А, вот тут нашла. 72-я. Ну, слушайте, ключ-то подсказка, походу, да? Но я надеюсь, нам не туда. А если даже ключ меня обманывает? Ну, пробуем. Фух, все хорошо. Окей. Глаза. Глаза, идем, 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 идем. Все отлично. Опять глаза появляются. 74-е. Глазики, глазики. Ой, сюда могу? Ой, сюда могу. По кайфу. Давай что-нибудь полезненькое мне. Отмычка. Ё-моё, у меня столько этих отмычек, я, походу, зазря их взяла. 75-е, следующее. Ого, картина с глазами. Ничего себе. Раньше такой не было. Открываем нашу дверь. Здрасте. 76. Сейчас побежим, наверное, да? А может быть, не побежим. Не, наверное, в этой комнате не побежим. Тут же есть ящики. Пустые ящики, но тем не менее. А, не, побежим все равно. Окей, давай, с новой анимацией попёрла! Главное, когда бежите, бежите, смотреть по сторонам, куда бежать-то. Ага, сюда, понял. А тут куда? А тут, походу, самую дальнюю, да? Хорошо, идем, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Оббегаем. Отличненько. Жесть, это далеко был, дядь. Комнату опять забыла. Твою кукурузу. Надеюсь, тут будет ключ. 84, либо 83. А я не помню, я не смотрела на комнаты. Я думала, как бы мне поскорее убежать. И что делать? Наверное, я не помню. Мне кажется, 83. Ну ладно, пусть кремерит. А, спасибо тебе. 84-я была. И вы гляньте, да, мое хп-то восстанавливается благодаря этому растению. Ребята, обязательно всегда его берите. Это очень важная штуковина. Что происходит? А что делать тут надо? Может, мне крест нужен? Или мне быстрее пройти надо? У меня крест пропал. Таблетки и погнали! О-о-о! Жесть! Новая какая-то комната была, я даже не знаю, что делать. Куда мне? Я вообще ничего не вижу. Куда мне? Ё-моё, темно. Ну, слушайте, хп восстанавливается вообще по кайфу. Я честно, я вообще ничего не вижу. О, ух, наконец-то. Слушайте, если вы знаете, как проходить ту комнату, потому что я, честно, не поняла, как ее проходить, либо просто бежать, либо от него прятаться, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что, когда вас эта штуковина убивает, вам пишет, как от нее спасаться. А так как я выжила, я не знаю, как от нее спастись. 89. Слушайте, почти прошли. 90. Темная комната. Капканы? С каких пор капканы? Тихо, прячемся! О-о-о! Слышите, я ее не услышала. Где свеча-то? Я только благодаря свече поняла, что что-то неладное творится. 91-е. А чё, куда? Я ничего не вижу. Ладно, я просто бегу вперед. Чё за комнаты здоровые, темные? В которых вообще ничего не видно. Я в потемках, ребята. Все, без свечки я вообще не вижу. Все. Привет, дядя, да хара меня жрать, чё так сложно-то? Да сколько можно? Привет. Сколько можно? Да кошмар. Жесть. Я отсюда пришла? 95-е. Я отсюда пришла. Значит, мне в конец. Это жесть, что происходит-то? Я спрятала! Она два раза летит? Все, надеюсь? Ребята, какой-то хоррор начинается с 90-й комнаты. Зажигалка закончилась. Отлично. Я иду тупо на ощупь. Офигеть. Вы гляньте, это что-то новое. Это новое. Новая комната перед сотой. Поперли. Офигеть, это что такое? Раньше такого не было. Темно, жесть. Есть куча шкафов.
Хорошо. А чё, куда? Не понял, сюда? Ага, изменили комнату. Понял. А тут чё? Зажмите. Нужен ключ. У меня есть отмычка. А, получилось. О, я отмычкой открыла. Так, щиток. Нам эти штуки собирать надо будет. Окей, хорошо, а где? А где? А где, а где, а где, а где? Что это такое? Выглядит мерзко, от него воняет. Ну что, ребят, поперли? Я так понимаю, тут больше ничего нету. Нам сюда. Открываем. Ага, привет, дядя. Ты теперь отсюда появляешься? У него новая анимация. Бой, ёшкин ты кот. Я нашла! Их тут искать надо. Они подсвечиваться будут? Тут просто темно, кошмар. Я вообще ничего не вижу, ребят. Я не понимаю, где я. Надеюсь, сюда он хотя бы не зайдет. Типа, есть сейф такая зона? Вот идет прям тут. Ага, вижу. Как выйти-то отсюда? Заползла куда-то. Я даже не могу понять, как выйти. Темнота, кошмар! А так и должно быть, либо это недоработка. О, еще предохранитель нашла. Еще какая-то комнатка есть. А, да, походу, тоже они есть, да? Опа, нашла один. Еще, наверное, второй тут будет, да? Не, второго нет. Вон он ползет. Я надеюсь, он сюда не заходит. Но по звукам он пока что далеко. Так, где он? Я вижу, там уж подсвечивается предохранитель. Он сюда идет? Он сюда идет. Тихо. Тихо. Не заходи только сюда, дядь. Он не зашел. О, еще подсвечивается. Слушайте, темнота, трэш. Сделали прям лютый хоррор. Мое одобрение, как говорится. Он обратно пошел. Он обратно пошел. Ну, слушайте, ползком вы можете пройти. Знаете. Опа, плюс один. Куда идешь? Сюда идет. Тут есть куда, типа, спрятаться от него? Так, он обходит. Сзади сейчас будет, да? Да-да-да, сзади. А, тут еще есть куда зайти. Зверьте, их тут много. Один, два. Целых две штуки нашла. Еще две осталось, по идее. Так, сюда он не ходит. Быстро. Еще одна. Где-то должна быть. Вопрос, где? А вот вопрос, где? Я вообще ничего не вижу. Пока что не подсвечивается. Вот он обходит тут. Жесть, просто темнота. Я ничего не вижу. Короче, вы поняли, ребят. Вам нужно... чисто ползком все изучать. А, он тут же идет, тут же идет. Погодите, а тут я была? Может, тут что есть? Я тут была, кажется, да? Тут есть, в общем, вот такие вот... вот такие вот комнатки, где вы можете от него прятаться. Где он сейчас идет, я не вижу. Где-то слева. Я, походу, где-то сзади не подобрала. Но последний не подсвечивается, как назло. А, нет, подсвечивается. Он тут идет, он тут идет, он тут идет. Окей. Давайте обойдем здесь. Там, походу, вот тут последнюю не взяли. Она светится. А, нашли все! Тихо, 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 тихо. Тихо. Главное, чтобы он сюда не заходил. Я мимо прошел. Окей. Тихо. Вопрос, куда он сейчас пойдет, мне нужно обратно. Он, по идее, там не бегает. Тихо, ползем. Ползем, 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 ползем. Сразу в щитовую эту. Я надеюсь, он сюда не приползет. Слушайте, ну неплохо. Мы с вами прошли с первого раза. Опа, все вставили. А теперь... нет, что-то... чего? У него дискотека! Серьезно? А, мы включили с вами энергию, и он наступил на этот оголенный провод с водой. Все, теперь мы спокойно с вами делаем. И, кстати, тут, смотрите, медленнее стало показывать, чтобы мы успевали все нажимать. Это отлично, потому что было максимально неудобно прокликивать все. Ибо оно очень быстро листалось, и я не успевала тупо нажать. Я думаю, многие тоже не успевали. Так, 7, 1, 6, еще 6, все. Стало в разы проще этот механизм проходить, но вот в конце оно... ускорилась, и вы смотрите, какая-то неизвестная. То есть мне сейчас методом тыка придется это узнавать. А нет, 10. Он рандомно показывает, я понял. Все, электричество в кл. Это что такое? Другая штуковина со мной идет, прикиньте. Мне сюда? Я хочу посмотреть. Или не сюда? А, мне сюда. А там кто-то есть? Я хочу глянуть. Вон он стоит. Он, походу, залагал. Жесть, погодите, а тут, типа, просто взять и убежать? Тогда я хочу посмотреть на нее. Ёшкин ты кот, мы прошли. Он прям тут стоит, офигеть.
Все, короче, ребята, он там завис, к нему подходить опасно, ибо я могу помереть. Смотрите, новая анимация, к нам уезжаем. Он такой, нет, впусти меня, я с тобой. Я такая, фух, я спаслась. Такая, ох, надо присесть, трэш, что я только что пережила, это капец. Ну-ка, он сейчас будет прыгать на лифт или нет? Разработчики, давайте уже 101-ю комнату пилите, ёшкин ты кот. А вот он и прыгнул на нас. Я такая, нет, куда я падаю? Ого, ничего иная такая анимация. Смотрите, продолжение следует. Ребята, это офигенно, эта игра стала в разы круче. Столько всего добавили, жесть. Достиг 100-й двери. Я не могу, ребята, это было прикольно. Я с одного раза, ни разу не перерождаясь, прошла игру. Это просто офигенно. Я не могу, мне понравилось. Дико понравилось это обновление. Я уже жду, не дождусь, когда разработчики сделают 101-ю комнату, ёшкин ты кот. Фух, ну что, ребята, мне понравилось. Пишите комментарии, понравилось ли вам обновление. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну а с вами была Фласка, всем удачи и пока-пока.